Член Союза художников Беларуси, преподаватель в Центре дополнительного образования детей и молодежи, руководитель образцовой студии, иллюстратор. Все это о ней, яркой, творческой, безгранично талантливой художнице Ниле Горчинюк. Человек с большим сердцем и уникально тонкой душой. Так отзываются о ней коллеги и друзья. Все те, кто стал первыми гостями нового творческого вернисажа, который приятно порадовал и в то же время удивил. Приятно удивлена, потому что работы декоративные, красивые, видно, творческие такие. Вот. Так что я от души Ниле желаю всего самого наилучшего, и чтобы так творческий пыл ее не угасал и дальше. Так что выставка хорошая, и всем советую прийти и посмотреть. Цветы, стихи и поздравления – все это в честь творческой личности с безграничной фантазией и уникальным внутренним миром. Есть в ее работах что-то космическое, неизведанное, которое в одном зале перекликается с темой глубинной философии и отражением смысла человеческого бытия. Театр вокруг и театр во мне – вот оно главное содержание, связующая нить, объединяющая порядка сотни работ. Я к театру просто дотронулась, я к нему прикоснулась. Он действительно вдохновляет и восхищает меня всю жизнь. Это для меня нечто идеальное. Вдохновленная многообразием жизни, прелестью гор Кавказа и творчеством Лермонтова, Нила Горчинюк продолжает творить, удивляя своими работами знакомых, коллег и учеников, для которых она является примером творческой разноплановости. Окунуться в необъятный мир мастера теперь могут брещане и гости города над Бугом. Вернисаж пробудет в выставочном зале на Советской до начала сентября.